Спорт должен стать доступнее. С такой целью и задумывали новый социальный вычет. Вернуть 13% от расходов на занятия можно уже в следующем году. Но прежде советуем узнать, попала ли спортивная школа или центр, который вы посещаете, в список утвержденных. Он размещен на сайте Минспорта региона. Подчеркнем, независимо от общей суммы затрат, размер вычета ограничен. В совокупности не должно быть больше 120 тысяч рублей. То есть предоставляется и того, общая сумма налогов, который может по всем видам быть возвращен, 15,6 тысяч. 15 600 рублей. Еще один вопрос, которому на пресс-конференции уделили большое внимание. Переход бизнеса на онлайн-кассы. Требования не новые, обзавестись умными устройствами предприниматели должны уже как полгода. Но вот пока это сделали не все. Проверки при этом у нас заканчивались в подавляющем большинстве предупреждениями. То есть мы провели более 500 проверок. Из них только 400 проверок у нас ограничились предупреждением. И порядка 100 нам пришлось применять штрафные санкции, но это были уже повторные проверки. Больше всего нарушителей, по данным налоговой, в сфере общепита. Немало беглецов от санкций и на продуктовых рынках. Также недобросовестные налогоплательщики, считают инспекторы, препятствуют борьбе с теневой экономикой. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.